Всем привет, это с вами Катераплей. Сегодня я играю в Майнкрафт. Это мой обычный веселый майнкрафтский день. Сейчас я только что проснулся. Я хочу сейчас пойти на чердак и тут посидеть немножечко, посмотреть в окошко. Доброе утро, свиньи! Доброе утро, хрюшки, то есть. И коровам тоже, если тут есть. Да, есть коровы. Доброе утро! Сегодня я хочу сходить прогуляться ко мне во двор. А это что такое? Так, мне на такие случаи есть свой тайник в этом, под сундуком. Вот и он. Давайте возьмем все эти вещи, оденем и пойдем быстренько к этой двери. Что это за дверь такая? Я ж когда смотрел в окно, ее не было. Вон оттуда. Это какая-то мистика. Откуда здесь дверь? Так, вы готовы? Готовы? Готовы пройти? Раз, два, три! Ай! Это чё? Скелеты, кровь, факела. Так, давайте-ка закроем эту дверь. Мне что-то здесь не нравится. Это вообще не смешно. Если кто-то надо мной этот пранк устраивает, то все, я его не прощу. Так, а это что? Это что за два блока таких? Они от всех отличаются. Давайте их сломаем. О! Это что за блоки? Это что за двери и люки? Давайте сюда пройдем. Пойдем сюда. Ой! Через дверь как-то пошел. Лавовый паркур. Давайте его пройдем. Это было легко. Но откуда здесь лавовый паркур? Ё-моё! Ладно, давайте пойдем сюда. О, нет. Тут тут стена кнопок. И какая ведет к главной двери, чтобы она открылась? Какая из этих всех кнопок? Я ж уже все прокликал. Вот так вот. Дверь не открылась. Нигде. Что мы тогда будем делать? Я не знаю. Думай, думай, думай. О, идея! Люки! А, это, походу, просто декорация. Серьезно? Это просто декорация? А, нет, это не просто декорация. А, тут, оказывается, была секретная кнопка, а я так долго думал над этим. Ладно. Ой, тут так высоко, я не смогу туда спуститься. Что в сундуках? Ведра водички, а тут тоже ведра водички. Давайте одно ведро возьмем с собой. И это, походу, тут нужно ватердроп делать. Давайте. А-а-а! Я смог. Ребят, я смог! Ладно, идем дальше. Читающийся мост. Ай! Это было больно. О, какой-то люк. Давайте его откроем. Ай! Ничего нет. Так, здесь ничего нет. А, откуда здесь паук? Отойди! Ад! Ай! Меня! Ребят, откуда здесь паук? Его же здесь не было. Ну да, его здесь не было. Вы ж видели, я вот так посмотрел, откуда он появился. Тоже это слышите? Ой! Дай! Опять-таки паук. Не говорите, что там третий. Мочилова! Ай, я в паутине застрял. Это было тяжело. Ой, нет, не говорите, что мне придется подняться наверх по этим шалкерам. За что? Это ж так тяжело. Серьезно? Это нужно вот так вот как-то прыгать и вот так вот делать. Ой, очень тяжело. Ай. Я хочу делать себе небольшие чекпоинты, поэтому вот здесь у меня будет один чекпоинт. И здесь я смогу передохнуть.
Ух, а вот как раз-таки тот самый люк, в который мы с вами прыгнули. Отсюда мы и упали. Ладно. Было не было. Пора проходить. Дальше. Ай! Ладно, давайте попробуем все за раз пройти. Не уверен, что у меня получится. Так, я к вам вернусь, когда приду. Ребят, я это все прошел еле как. Только что. Так, а вот этот самый мост. Не надо на него наступать, вдруг провалюсь сейчас. Да. Ой. Ребята, это комната со слизнями. Смотрите, прикольно как. Брум, брум, брум. Как хорошо прыгать. Ребята, реально прикольно. Прикольно прыгать. Кстати, я хочу вам задать вопрос. Кто любит батуты? Ставьте лайк. Потому что из слизней в Майнкрафте можно сделать хорошие батуты. О, табличка. Подсказка. Где-то в слизи. О, кстати, а реально. А как нам сюда пройти? Ладно, давайте попрыгаем, поищем. О, стоп, это что? Лестницы! Ребята, давайте поставим пару штук, а остальные я положу, потому что я не хочу, чтобы кто-то заметил то, что я здесь брал что-то. Так. Это что? Так. Надо здесь аккуратно пройти. Так. Ё-моё! Деревяшки обвалились. Ладно. Надо аккуратно. А, это обычный домик. Это обычный домик. Чей-то. Стоп, а что в этой двери? Ой, житель! Житель, что с тобой? Ребят, я ничего не понял, что он сказал. Но давайте его спасем. Так, я хочу его вот так спасти. И нужно еще третий блок взять. Так. Ой, не туда. Ладно, короче, я промахнулся. Давайте я с этим возьмем. Вот так сделаем ему лесенку. Все, я тебя освободил! Так, вот, ребят, я его спас, собственно говоря. Ребят, я ничего не понял, что он мне сказал. Он мне сказал, походу, спасибо. Да, спасибо, я понял из его языка. Не за что, житель. Что говоришь? Ребят, мне показалось, ли он сказал, посмотри в мою комнату. Ну, хорошо. Стоп, а где ты? Житель испарился, ребят. Так, ладно. Он мне сказал, иди туда. 23, 2, 1, 0. Чего? Чего? Спасибо тебе. Это все мои богатства, а не твои. Серьезно, спасибо тебе, житель. Незритовая броня. Золото. Алмазы. Незрит. Чего? Ладно, ребят, с вами был Котяра Плей. Сегодня я играл в Майнкрафт. Сегодня я помог жителю. Спас его, и он мне подарил все это богатство. Всем пока!